Архангелша сразу, хотя и ранена, и у нее 7000 жизней осталось, но она поперла туда, чтобы уже уничтожить эту базу. Потому что сейчас был шанс, который нельзя было упускать, и я наплевать на риск, но поперся туда. Тут я заметил, что был Триган, я ужаснулся, я думал, что Триган меня убьет, как Титан, Титана, потому что у меня было меньше здоровья, но оказалось, что... Вот у меня 626, 826, а у него 152, 176. У него урон намного меньше, хотя у него и есть особенная способность, но наша Архангельша намного сильнее. И Тригана она может победить, хотя и не без пламенного света в одном месте. Тут они продолжают на меня переть. Я их не контрю абсолютно. Тут пришла такая мерзкая гадость, которую я слегка поздно заметил, Брудлорд. Опять эта гадость напала на мои структуры и всех решила снести. Считая, что она бессмертная. Вот смотрите, просто вот идет и все ломает. Ему наплевать на то, что его жарят. Вот хотя бы зажарили немного его. Тут мы вполне справляемся. У меня лимит еще не конечный, но у меня теперь ресурсов много. Я же вижу, что у меня 4000 энергии. Коплю опять на ядерную бомбу. Опять на ядерную бомбу коплю. Я не вижу, сколько там у меня ресурсов влияния. По-моему, 2 с чем-то. Точно не скажу. Но если я еще не строю ядерное оружие, следовательно и ресурсов влияния у меня меньше. Тут я уничтожил Тригана и решил слегка передохнуть и восстановить здоровье, хотя бы до 4000. Конечно, шанс такой нельзя было упускать, это было просто позорно, но я обязан был восстановить себе здоровье. Тут же вышла гадость, именуемая Брудлордом. Слава богу, он мою святую живую не заметил, дал ей вылечиться и убежал куда-то. Тут они что-то решили зашевелиться после того, как я взорвал их базу. Не знаю, с чего бы это, но они решили пошевелиться. Вот я восстановил до 4000 жизни, и тут вышел этот гад. Это тот момент, который напрягал меня в бою очень. Сейчас тиранит начнет просто спамить с этими брудлордами. Каждый новый убитый брудлорд будет заменять старого убитого. Их будет просто тучи. Хотя я их и могу победить, и здоровье у меня не опустится очень низко, но... Я не могу, они просто мешают мне, они мне просто жутко мешают. Их убивать долго, и они сражаются практически на равных с моей живой святой. Такая вот мерзкая гадость не может сражаться с гинократ какой-то эволюционирующий, не может сражаться с архангелом на равных. Никак. Но тем не менее он спокойно сражается. Вообще без проблем, просто берет, сражается. Даже своими лапами, наплевать. Хотя бы оружие у него какое-то было. Ладно, забьем тут. Если бы я знал, что у него тут такие войска, я бы туда ядерную бомбу всадил. Но слава богу, что я ее не всадил, потому что лимит... Весь его лимит тут. Он лимит не может строить, поэтому и атаки перестали быть очень могущественными на меня. Как они были раньше. Вот тиранули там бегает, бесполезный. Но вот тут я заметил особенность, когда... Одна вот из этих вот начала шевелиться, вот видите, она как подрагивает. То что-то делает. Брудлорда, видите, строит. Вот я понял. Тут что, это надолго. Тут также еще была часть базы, но я сначала решил заняться главной частью, которая еще осталась в живых. Так, у меня очень сильно упала энергия и все остальное. Да, я так подумал, я начал производить ядерное оружие опять. Ядерное оружие. Это был переломный момент боя, когда я до ядерного оружия наконец-то дошел. Это было то, что помогло мне хоть как-то, но ослабить тиранида. Хотя и не победить. Хорошо, что я направил именно туда ядерную бомбу, потому что если бы я направил в другое место, могло бы выжить больше тригодов. Тогда бы все обратилось в прах. Пришлось бы на 5 минут дольше играть. Даже не на 5 минут, наверное, на 15. Пока у меня наберутся нужные ресурсы и... Пока я построю все это, чтобы достаточно долго времени меня помогли уничтожить. Равениры очень наглые пошли в ближний бой. А вот все, у них даже дистанционного-то толком нету ни у кого. Биоплазму он им не построил. И великий тиранит. Великий тиранит. Казалось, хай тиранит. Тиранули. Тиранули. Решил сражаться тут тоже с ними. Мы вполне себе сражаемся. Я решил... ближнебойные войска подвести немного или нет. В общем, ближнебойные войска у меня стоят на месте. Это минус. Вот тут эта зараза Брудлорд второй прибежал и начал крушить у меня тут все. Решил побаловаться.
Я его не заметил, я был занят уничтожением его базы. Тут с брудлордами сражался, я тут все способности свои применял. Микроконтроля этим архангелом, который познал за этот бой. Ах, если бы я знал, что там вся их кучка сейчас собралась. Когда бы я уничтожил их основную базу, я бы туда именно и кинул ядерную ракету. Но, к сожалению, я сделал не так, как нужно было. Все было не так. Я же веру куда-то потратил. Нет, я веру никуда не потратил, она просто у меня кончилась. Ясно. Вот тут Брудлорд сражается с моим аванпостом. Урон почти не идет, даже не идет, он просто восстанавливает все. Мерзкое существо, я же не мерзкое. Пока вот этот начал производить Брудлордом. Но я решил сначала это уничтожить, потом самый главный улей Хайвспайра, и потом уже Хайвспайр другой. Плюс мой был в том, что когда я уничтожу их Хайвспайр, самое улучшенное здание, то они противостоять мне уже не смогут. Потому что большинство их улучшений падет, зданий у них и так нету для производства сильных юнитов. В общем, я сломал им все. Все, чего они добивались. Сами они меня хотели забомбить, но в итоге забомбил их все-таки я. Опять вышел Брудлорд, и опять Архангельша с ним сражается. Честно говоря, я боялся, что к Архангельше прибегут другие войска Тиранида. Но, слава богу, они залагали, забагали, не знаю, что с ними случилось, они застряли там. Либо им место понравилось, они решили там теперь жить. В общем, у него все было удручающе, как и у меня. Тут еще, в принципе, ничего не ясно. У него еще толпища юнитов, у меня толпища. Ничего не ясно, но только у меня ядерная ракета. Пока я решил ее не использовать. Я пока не знал, что куда бы мне лучше стрельнуть для нанесения максимального урона по противнику. Если бы я знал, я бы запульнул. Вот тут они решили расшевелиться и побежали, видимо, к своей базе. Нет. Они за вперед, по-моему, бегают. Этот бой проводился целых 1.5 часа. Осталось еще примерно 20-21 минута. Где-то так. Может, 23, где-то так, вот в таком диапазоне. И это было одно из самых моих кровожадных и тяжелых битв за всю мою историю Вархаммера и чего только говорить о вот одних этих трупах. Мне просто слов нет, просто комментировать даже не могу это все. Сами видите, насколько все это невероятно. Кстати, как у некоторых героев исчезают трупы, у тирана Улей они не исчезают. Как бы старый тиран Улей заменяется новым. По логике сделано. Так что эти вот тираны Улей были прошлые. А там новая модель тиранов. Тут мы убиваем Заантропа. Даже не убиваем, а забиваем. Этакий псайкер у тиранидов. Тут бегут его два дружка, решили ему помочь. Тут тиран Улей. В общем, у него все удручающе по экономике. Кстати, посмотрим его экономику. Я про нее много сказал, а толком ничего не показал. Кстати, тут на меня целых два брудлорда напало, это было просто ужасно. Я думал, что я умру. Но я все-таки выжил. У него 432 по влиянию, 72 по энергии. Энергия ему не нужна, вот влияния у него много, но он его не использует абсолютно. Потому что некуда. Мог бы опять все расстраивать или все турельками у меня по карте затыкать, но это же компьютер, что от него ждать. Канонеса до сих пор жива. Так, она неса. Так, как тут поворачивать? Так, подождите. А, я знаю, вот. Вот канонеса до сих пор жива со своими юнитами. Со своими имба-юнитами. Сейчас я хочу выбрать. Вот так вот сделать. Опа. Вот, красиво выглядит. Целестианцы с хлыстами. Вот так все это выглядит. Как же это эпично. Просто слов нет. Архангельша дерется с Брудлордом и другими, но я сейчас решил сражаться не с Брудлордом, а главное здание сначала уничтожить, чтобы оно мне не мешало. Я знал, что с Брудлордом я справлюсь, и вполне все шло хорошо. Тут же я решил вывести свои 3 сильных самолета на разведку и уничтожение остальных постов, которые остались у тиранида. В
Тут он решил отстроиться, но у него ничего не вышло. Тут опять целестианцы выходят, целестианки. Брудлорд до сих пор сражается с наблюдательным постом, только он восстановил себе здоровье, а наблюдательный пост нет. Я так этого и не замечаю. У меня сейчас очень важный был момент, я отвлекался только на него. Тут я тоже мало что замечал. Основное мое внимание было приковано сюда, на этот микроконтроль. Против Блудлордов и всяких хайвспайров. То, что сейчас решалась судьба нашего боя. Просто великолепное одно брошенное ядерное оружие решает целую партию. Я бы так сказал. Важнейший переломный момент во всем бою. Во всем бою. Кстати, это, по-моему, не пост, как я и говорил. А, по-моему, это ангар какой-то. Морской. Может, не морской, может, космический, но ангар. А вот это уже какой-то боевой пост. Крепость, возможно. Хотя тут опять контейнеры стоят, но это может быть припасы. Видите, тут знак империи, тут, скорее всего, могут быть припасы для гвардейцев, которых тут нет. Тут сестры битвы обосновались и сражаются против тиранидов на сотый день, когда просто улей зашкаливает, и миллионы миллиардов тиранидов нападают на бедную планету, пытаясь пожрать ее биоплазму и присоединить ее к своему улью. Но это так, все, если плохо. А если все хорошо, то мы сражаемся против разведотряда. Потому что если тиранида количество исчисляется всего лишь в тысячи или миллионе, то это всего лишь разведотряд. Только очень много тиранидов это означает. Флот. Нет, хотя я обманул насчет миллиона. Миллион это уже, наверное, все-таки будет флот. А вот тысячи тиранидов это ерунда. Это на флот не тянет, просто разведотряд у них. Буквально в смысле. Просто, может, прощупывают оборону. У них же все-таки есть разум, но не конкретно у них, у их высшего разума. Вот тут мертвые триганы лежат. Помесь, по-моему, Хармагаунта с чем-то, со змеей. Три в ряд так лежат. Тут хвост у него в рот зашел почти. И один в текстурке. Очень все хорошо. Все великолепно. Базу мы их разгромили. Хайвспайр пытаются разрушить. Моя прелесть. Давайте еще раз посмотрим. Просто вот не могу, хочется смотреть и хочется на этих юнитов. Просто вот слов нет на них. Хм. Даже заскриню этот момент. Он очень красив. Хм. Воздушный поцелуй мне отправила. Какая она милая. Смотрите на нашу армию. На нашу дьявольскую святую. Сейнт Мериклис. На наших сестер со священными мечами. На наши машины наказания. Девастаторов женского вида. Серафимов и целестианцев. Просто без слов. Тут величайшая из моих побед. Из побед любого игрока. Тут самолеты прилетели, решили мне помочь. Я их призвал. Тут мелкая погонь пришла, спиногаунты, которые абсолютно не дамажат, но они используются просто, чтобы замедлить противника. Я решил их слегка погонять самолетами. Не заметил, что тут один застрял. И все, база их была разрушена. Я решил на всякий случай проверить, все тут у базы разрушено. А он тут биоплазменную турель построил, она, видимо, даже не строится. Она застряла там, и строить там ее невозможно. Все, три самолета и святая. Уничтожил базу, сейчас ее проверят и отправятся дальше. Потому что тиранида надо всегда проверять. Он может, когда вы отойдете, за минуты 2-3 построить опять все, что ему нужно. Потому что он может строить абсолютно в любой точке, как напоминаю. Которую он видит точку, он там может построить все, что угодно. У него нет привязки где-то к области, ну, за исключением реанимейшн пула. И опять ядерное оружие произвожу, опять вид третий. Тип третий. И да, ядерное оружие пошло сюда. Я не знал, что там тиранида, но я решил просто его запустить, так как у меня ресурсов было достаточно. И я решил его взорвать. И я попал просто в точку. Просто в точку попал. Ядерное оружие полетело именно туда, куда нужно. И теперь он не остался буквально ни с чем. У него остался только Hive Spire прокачанный с Брудлордом. Одно здание. Тут Hive Note и все. Больше у него ничего не осталось. Если бы я знал, где это все находится, я бы полетел сразу же туда.
Я же решил сначала все остальное проверить. Где он мог отстроиться? Тут он везде мог отстроиться, правда, везде. За этот бой мы истощили эти точки, как не знаю что. Мы просто все... Просто вот все, что есть на карте, мы все из этого выжили по максимуму, все. Абсолютно все. Наверное, кроме лавового генератора. Он его не может строить. Нет, он его может строить, но он его не строил. А я не мог просто туда дойти. Я решил сюда зайти и зачистить до конца все. И вот тут они собрались. Он тут решил отстроиться, корнифексов построить, корнифексов. Рипер свормов. И тут я решил пока... Пока ничего не решил. Но, в общем, решу еще. Еще решу. Тут я увидел, что у них есть база. Сразу же направил туда свою живую... Фу, бля, опять же, святую. Вот как с языка все время срывается. А, в общем, опять направил туда свою архангельшу. И решил уничтожить последний их оплот защиты. Но эта зараза, не сдаваясь, продолжает строить свои здания уже и тут. И также еще и тут. А все остальные юниты направились по инстинкту на свою старую базу. Но что-то инстинкт заклинил, и они растерялись по дороге. Генератор ресурс выработан. Все, тут уже три все шесть генераторов опять выработаны. Опять доход маленький. Зато влияние у меня завались. И, по-моему, сейчас будет самый главный фейл у меня за весь бой. Возможно, не сейчас, возможно, чуть позже. Надо наблюдать за этим моментом, когда я зафейлю. Я вот решил, пока тиранид ослаблен, я же не знал, какое у него состояние, я карту-то толком не видел, я решил взять свои войска, все вывести наконец-то в бой против тиранида. И вот не зря я это сделал, не зря. Пока мы тут громим, там наши войска прорываются. Все просто великолепно идет, просто великолепно. ФПС тут крайне маленький. Ну, ты вы посмотрите на эти... Ну, это поле боя. Сколько трупов. Сколько трупов я тут... Сколько тиранидов было уничтожено в этом бою. Миллионы, миллиардов тиранидов пали в этом бою. Если не больше. Тут же Спинагаунд и другие решили сражаться. Но пока что все. Мы тащим. Мы тащим. Просто вот без слов. Мы тащим. Тиранид отступает куда только может, где только может, пытается обосноваться. Но ему ничто не помогает, у нас все есть. Все имморталы прокачаны термическими пушками. Все изничтожается, мы все побеждаем. Опять генератор ресурс выработан. Я, наверное, сейчас это увижу и решу заменить их опять. Не знаю, просто возьму и решу их заменить. Он решил, кстати, опять занять эту позицию, но у него ничего не получится. Я ему не дам этого сделать. Он сюда бегает, тоже застраивает тут все. И тут опять Hive Node строит. Вот видите, они по всей карте просто застраивают все, что могут. За это тиранида я не люблю. Он бесит этим. Он все время пытается все застроить. Даже когда ситуация почти гиблая, он все равно пытается все застроить. Карнифекса тут гоняем. Машинами наказания и с Сейнт Мериклисом. И моя архангельша сражается против Брудлорда и его выводка. Стратегическая позиция, ресурсы выработан. Даже тут уже все выработано. Я уж не говорю про остальные точки. Тут мы сражаемся с тираном Ули, он нам уступает, потому что у нас намного совершеннее оружие, нежели его биологическое. В процессе эволюции. Наши войска всех карают. Никто не уходит живым. Сами они нас почти не убивают. Мы выживаем. Архангельша же снесла эту главную их базу, можно сказать. Тут я построил ядерное оружие. Но пока не спешу его применять, потому что некуда его бросать. Я не знаю, куда его бросить. А потому что, так как у меня энергии мало, я мог просто зафейлить все и мог потратить единственный боеприпас, который мог спасти меня впустую, поэтому я не... начал пока еще бомбить. Смотрите, вот мы их выгоняем, весьма плотно выгоняем. Правда, еще войска производятся взамен тех, что погибают в бою, но у нас достаточно. Тут еще приходят ретрибьюторсы, сестры возмездия, я бы их назвал скорее, что ретрибьюшн — это возмездие.
Как мы знаем из Dawn of War 2, там название именно такое, одной из частей игры. Вот и их бы назвать скорее Sisters of Retribution, а не Retributors. Хотя, может, Retributors это другое слово, просто очень похоже на Retribution. Смотрите, мы просто все грабим, просто все. Ничто не устоит перед силой сестер битвы. Тут я заметил их основную базу, еще одну, и решил уничтожить ее, чтобы она нам не мешала. Да, лагает. Даже на повторе лагает. Тут он уже отстраиваться не стал. Тут он, правда, отстроился. Но скоро мы и туда придем. Мы вездесущи. Была бы у нас какая-нибудь просветка, например, у Имперской гвардии, я мог бы забросать их ядерными бомбами. Но, к сожалению, просветки не придумали сестрам. Просветка есть только у гвардии. Все, наши сестры бегут. Тут самолет, он пока еще не замечает, кто тут есть. Вот тут заметил спиногаунтов и начал их обстреливать. Сейчас я замечу остальную их базу вот тут. Да, все, я ее, скорее всего, заметил уже. И начну ее бомбить. Вот сюда основное количество моих войск идет. Остальные же войска, которые есть. Вот тут, кстати, самолет застрял. Вот видите, они вот тут вот застревают. Вот так вот. В общем, он застрял тут. И сестра битвы... Сестра битвы, что? Сестра битвы. Сестра битвы Архангельша продолжает уничтожать эти мелкие аванпосты, которые вечно воскрешаются. Тут же селестианцы пытаются сражаться против Заантропа и Корнифекса. Корнифекс залагал и не стреляет. Ему не повезло. А Заантропы, как и полагается, стреляют нас и отбрасывают, как только могут. Вот Корнифекс отлагал. По-моему, атаковать нет. Вот он начал атаковать. Я думал, он уж не соберется. Все, я тут решил все-таки помочь моим войскам. Тут я заметил, что ничего нету. Я, видимо, пока еще не вижу. Да, вот, я заметил сейчас турельку. Вот это вот не турельку, спор Чимей. Когда шел машинами наказания, заметил, что он тут есть. И решил сюда направить войска, чтобы уничтожить все через заклик, само собой. Как и любой профи. Даже не знаю, что бы еще сказать. Интересный бой. Они опять убегают. Даже не пытаются защитить у себя ничего, просто убегают. Что он тут строит? Hive Spire опять. Вот, я тут решил уничтожить генератор, но я, к сожалению, закосячил. Начинаю уничтожил мой монастырь Экклезархии. Вот. Просто затупил, нечаянно нажал и уничтожил главное здание. Пришлось заново отстраивать, иначе ничего производить нельзя было бы. Вот так вот все плохо, видите, вот. Экклезархия, Кассидрал, HD, Адон, Тир 1. Если бы я его не построил, все было бы плохо. Вот затупил, понимаете, у меня были сейчас ограниченные войска. Я всегда, напоминаю вам, всегда, даже когда вы хотите все быстро сделать, лучше сделать аккуратно, чем как я снесете себе главное здание рядом с генераторами. Тут я заметил, что у него еще есть база. Вот тут, по-моему, я еще не заметил. Нет, заметил все-таки, что у него есть база. И пойду туда потом громить, когда с этим совсем закончу. Я не знал, что он тут опять отстраивается. И что он сюда опять идет отстраивается. Пока что я здесь только разбираюсь со всем. Тут Спорковна стреляет. Я ее не вижу, зараза. Она там взяла и спряталась. Он зачетырил и спрятал ее в месте непроходимом. Ну, в принципе, там на спорку было наплевать, нас достаточно много было. Тут еще взводы дополнительно идут, которые я под завязку забиваю юнитами. Правда, сейчас я вроде их не контрю. Сейчас все строители, которые есть, я решил их отправить быстрее отстраивать главное здание. Потому что больше мне они не нужны были для починки техники. Техника за себя сама могла постоять. Архангельша пошла громить три спайра, три логова, которые тут были. Брудлорд решил на нас не нападать, убежать. В принципе, правильно поступил. Мы быстрее закончим с этим. А он пусть убегает. Мне на него наплевать. Тут войска у меня уничтожили все, что можно было. Тут я увидел, что у него как бы зданий-то больше нет. Я не знаю, почему я еще не выиграл. Видимо, он где-то опять отстроился, я так и подумал. И отправил их опять по точкам проверять, где он мог отстроиться. Если бы человек играл тиранидом, то я бы, конечно, сдох. Но
есть один нюанс. Если бы он играл против меня вот сейчас в таком шатком состоянии, он бы где-нибудь спрятал свое единственное здание и отстраивался с такими-то ресурсами. Но он этого не делал ввиду того, что он всего лишь обычный компьютер. Тут же я сразу начал улучшать, наверное, крепость или нет. В общем, я, наверное, все-таки начну их улучшать. Точно не помню. Да и не суть уже, это не столь важно. Тут мои легантини супрерасы сражаются. Целестианцы идут помогать заносить эти хайвспайры. Я считаю, что это вот... Считал, точнее, что это последние логово, которые остались, и снеся их, я победю. Выиграю. Вот пока стараемся. Основное воинство у него тут. И вот тут. Блин, знал бы я бы ядерный удар давно закатил по ним. Shrine to the Emperor. Что бы я без тебя делал, император? Хорошо, что ты сдох. Кстати, давайте посмотрим, как он выглядит, этот император тут. Так. Я его не могу что-то разглядеть никак. Ха, странно. Что камера не подчиняется. Она не идет туда ни в какую. Я хочу разглядеть императора. Дайте разглядеть императора. Ладно, давайте вот так сделаем. Давайте вот так вот разглядим его хотя бы. Ха. Ужасная статуя. Абсолютно ужасная. Даже лица на ней нет. В общем, не знаем мы, как выглядит император. Даже в игре нам не дали намеки. Конечно, есть разные наброски и все такое. Кто-то видит императора по-своему, разработчик его видит по-своему. Так его представляют обычно воина в золотой броне, с красным плащом сзади, с нимбом на голове. Или с короной, не помню уж с чем. Ну, в общем, так его в основном видят. Я уничтожил эти хайвспайры, но не выиграл. Сразу заподозрил, что у него есть еще места. Сразу же отправил свои войска сюда. Архангел уже долетел. Либо до... дошел, я уже не помню. И продолжил уничтожать их здание. Тут же, вот тут вот было шаткое состояние. Тут наш самолет уничтожали. Тут я заметил, у них очень много войск стало. Но они всего лишь слабые были, маленькие. На них внимания особо обращать не надо было. Тут у нас серафимы сражаются вполне неплохо. Тут я заметил, у них еще хайвспайр есть, в общем, все. Удручающих, очень много у них всего. Я решил, что Архангельша сама справится, а основные войска я послал туда. И вот сейчас начнется бой между термогаунтами, спиногаунтами и там другими гаунтами против сестер. Сколько трупов? Давайте подведем в основное место наших битв. Мою базу. Все выжжено огнем, разорвано взрывами гранат, снарядов. Куча спиногаунтов и разных других гаунтов и разных других тиранидов. И куча трупов сестер битвы, которого дали свои жизни за высшее благо, за императора. Их слишком много. Как их жалко, этих ретрибиторсов, например, тех же Серафим. Но они отдали свои жизни не напрасно, они позволили спастись другим жизням на этой планете, другим сестрам. Они спасли целую планету в одиночку без помощи имперских гвардий, Адептус Астартес, Орда Ксенос и других. Они выжили одни в этом суровом мире. Тут нас громят Серафим и танки, но это уже не суть важно. Я продолжаю переть на них просто с лютой ненавистью, какая только может быть к тиранидам. Тут же реанимейшн пул и многое другое стоит. Вот последнее их здание. Последнее здание, которое, если я сейчас уничтожу, я выиграю. И опять они убегают все на базу, надоели. Вот я, кстати, начал улучшение производить. 30 минут, уже полтора часа. Целых полтора часа этот величайший бой длился. Просто невероятное количество времени. Первый мой такой самый затяжный бой. Обычно я справлялся за минут 20-30 на оригинале, а на этом моде Ultimate Apocalypse сражаюсь вот постолько. Иначе без победы никак. Вот, она уже начала громить их, основную базу. Тут еще были войска, но они куда-то убежали. Не знаю почему, они могли бы защищать пытаться хотя бы, но они решили там быть. Вот я вывожу еще подкрепление.
понимаю, это подкрепление, или они просто обошли. Ладно, да, в общем, не суть. По-моему, они просто обошли. Вот они выходят, тут тиранули, но и даже он ничего сделать уже не может. Тут моя Сент-Мерикли сражается с Карнифексом, с Карнифексами. И вполне мы тащим с нашими танками наши экзорцисанкторумы. Зарядить бы сюда ядерной пушкой. И то у него ресурсов было 118 тысяч, сейчас, по-моему, у него и 49, и он ничего, ни черта не делает с этими ресурсами. Человек бы меня нагнул с ними, даже сейчас в таком бы состоянии он бы меня спокойно нагнул с таким-то количеством ресурсов. Он бы просто все турельками закинул и все. От самой базы провел бы себе турелек 100-150 и все. Я бы даже подойти к нему не смог на пушечный выстрел. Он бы просто у себя все заставил на базе, опять отстроился бы и продолжили бы бой. Но это компьютер. Слава богу, что не человек. С человеком-тиранидом я вряд ли справлюсь. Потому что тираниды просто меня сожрут. Заживо причем. И все. Победоносное здание. Я уничтожил противника. Вот так вот закончилась эта эпопея сестер битвы и тиранидов. Все-таки победил я, одну из самых имбовых сложных рас на ультимейт моде New Races. Просто жуть. Вы посмотрите на все это поле боя. Вы посмотрите, сколько тут трупов везде было. Сколько всего. Вот тут еще вышли юниты. Ну смотрите, это сколько трупов, сколько. Сколько у них на базе всех трупов, сколько тригонов. Все поле боя усеяно трупами от начала до конца. Просто все оно усеяно трупами. Основная моя база. Ну что ж, давайте уже теперь посмотрим счет. Счет, по-моему, даже нельзя посмотреть в повторе, или можно? Я не помню. Да, можно. По армии я победил, по ресурсам, само собой, компьютер. По технологиям тоже, он в основном делал технологии, я без них сражался. 91 минуту 44 секунды целых длился бой. И у меня, я убил больше всего подразделений, 1738 по сравнению с его 212. Мало он очень убил. Я потерял 212, он само собой вот столько. У меня уничтожено зданий, я уничтожил зданий 138, вот сколько он отстраивался, и он у меня 18. Я потерял 18, собственно, и размер армии у него был намного больше, намного больше. По ресурсам он меня переплюнул, само собой. Технологиям тоже. Вот так вот заканчивается этот великий бой. Всем вам большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, я обязательно выпущу еще. Даже если не понравилось, я все равно выпущу еще. Ждите дальнейших видео. С вами был Drumanin Dryn. Обязательно смотрите другие мои видео. Я буду рад. Обязательно комментируйте. Этот мод очень интересен. Если хотите сыграть, обязательно добавляйтесь ко мне. Подписчики. И там, может быть, все обсудим. Всем удачи, спасибо. Пока.